Хотите посмеяться? Ну, посмотрите мой ролик. Вот что у меня бывает, когда не выключишь камеру. Особенно в солнечный день на телефоне так все темно. И не знаешь, то ли выключил ее, то ли не выключил. Сидишь или идешь, а она все пишет и пишет. А потом смотришь, уже такое время написала. Забыли! Ну да. Можно гигабайты ненужного контента написать. Потом сидишь и выбираешь, убираешь. Что такое написал? Ну ладно, бывает. Не судите меня строго. Как говорят, я не волшебник, я еще только учусь. Научусь делать нормальные ролики. Ну а тем, кто досмотрел этот ролик до конца, большое спасибо. Постараюсь не допускать таких ляпов. Эхо-ха, горе-блогер. Ты только не упадешь. А может быть, кто-нибудь еще и подпишется на меня? У меня есть не только такие съемки. Есть нормальные. Там обзоры мест для рыбалки, путешествия разные. И много всякого-всякого. Подписывайтесь, ставьте комментарии.